И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Ярик и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас в FNAF 6, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И вы поставили очень много лайков. Сегодня мы с Димоном Покемоном будем играть тролли аниматроников. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать. Где охранники, Димон, ты их видишь? Даже кассу кто-то уронил, офигеть. Так, аниматроники, наверное, у себя там опять в подвале сидят. Может, ой, охранники? Так, подожди, тоже никого нет. Мы сейчас туда пойдем, сейчас мы их найдем. Ой, надо тут тоже это закрыть. Закрывай, пооткрывали все, сквозняки поделали нам. Да, все позакрывали. Такое чувство, как будто мы здесь охранники, все ходим, закрываем. Дальше аниматроники выполняют роль охранников. Так, ну что эти там, два охранника там сидят, да? Ого. А, я ж могу тоже. Как-то странно я поднимаюсь. Так. А я могу, Димон, смотри. А, не, не могу. Я не пролазю. Здесь очень тесно. Так. Берем вот этого человечка. А, ну давай, и я попробую сейчас. Так. О, я пролажу, проволочный какой. О, здоровый. Супер, Дима, супер. Жмутяка какой. Так, тихо, тихо. Есть? Да, они тут. Серега, они там. О, нас тут... Опа, блин, фонарь, фонарь, фонарь. Сюда идите. Блин, они нас увидели. Вон отсюда. Кыш, фонарь работает. Блин, спалили. Че, убили, что ли? Пошел вон отсюда, пошел вон, фонарь тебя слепит. А ты можешь невидимо становиться? Блин, не могу. И этот не может. Так, а кто может? Это... Надо кого-то позвать из кентух наших. Давай подождем. Я знаю, кто может стать невидимым. Серега, может быть, пойдем в другое место выживать? Мы тут долго не протянем. Протянем. Сейчас все будет. Ой, застрял. Ой. Нормально, нормально, проникли. Так, подожди, я еще не проник. Так, Димончик, я тебя жду здесь. Я иду, иду я. Ты где? Эти охранники сделали тут лампы. Офигеть. Я стою в углу, ты меня увидишь. Ща, 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 увижу тебя. Так, секундочку. Вот, Димас, ты вот тут, да? В этих помещениях? Да, да, да. О, стою, дрожу ты... здесь, холодно, на жесть. На какую сторону пошел, на левую или на правую? Так, Серега, я пойду на право. Пошел. Здорово. Ого, ты здоровый, ничего себе. А как ты пролез в вентиляции? Да это нереально, ты... Вставай невидимым. Только одна нога, давай, да, пролезет? Оп. Так, пошли, пошли, так, пошли потихонечку. Давай. Я за тобой. Только я тебя не вижу. Я тебя вижу зато. А как? А, не, не вижу. Видишь? А сейчас видишь меня? Так, 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 я возвращаюсь назад. Во-во, я вижу, здесь. Вижу, Димон, иду к тебе. Отлично. О, так, вот тут темно, ничего не видно. Потихонечку идем, идем, идем. Вижу, вижу, вижу. Они что-то там, кстати, этот чинят, там что-то печатают, я смотрю. Они ого, это... ай, по глазам бьет, жесть. Ай-яй-яй. Блин, меня жгет, блин, мои платы. Ну нафиг. Ого, не жесткие. Вы че, мужики? Сейчас нас всех прожжет. Блин, больно. Так, подожди, смотри, это Фредди, что ли? Дружбан. Кто-то тут ходит, я ничего не вижу. Это... Ой, я активирую ночной режим. Димас, смотри. Здорово, братаны. Это Фредди? Что, охранников пытаетесь съесть? А ты кто? А я Фредди. А что ты, у тебя ноги не как у Фредди, башмаки какие-то. А это я новая версия, я просто похож на охранника. Понял. Я убил тут одного охранника, а теперь замаскировался под него, хочу, чтобы он меня принял за своего, сейчас пойду попробую. Так, а тебя что, не слепит в глаза, что ли? Это чужой! Все, Димас, отлично. Да как его не слепит? Все, я понял, переоделся, хитрый жук какой. Надо позвать кентуху своего, который не боится ламп. Сейчас, сейчас, это сейчас. Кто сейчас. У нас такой? А я сейчас найду его. Серега, пора свалить в секретную комнату. Пошли за мной. Тихо, Димас, вот, спрячь. Димас, смотри, кто не боится. Прячься, Димас, невидимым становись. О-хо-хо. Димас, так ты сам отключаешь фонарики же. Так я иду отключать, пацаны, ну что? Работает все у вас? На. На, получил. Есть. Да. Все, Димон, давай иди сюда, наше место включаем рабочее. Им чтобы им тут душно было. Идем в пиццерию, сейчас будем их там искать еще. А, тут фонарики у них работают. Да что, тут все светится. Так, я иду в пиццерию. Все, идем, идем, они пошли. Да я жирный, не могу пролезть. Подтолкнуть можете? Блин, нифига не видно.
На хомячка похож. Хорошо, хорошо, надо взять другого аниматроника. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. О, пойдем. Так, ищем их в пиццерии. Где-то они тут ныкаются. А, вот охранник один. А! Да что за ловушка? Блин, я испугался, оно громко взорвалось. Блин, Серега растяжку сделал. Так, Димон, я сейчас буду с улицы заходить. Я разозлился на них. Так, FNAF 6. Давай, давай. Я иду. А чё я горю? А чё ты горишь, кстати? А, чё я горю? Какого фига? Димон, помоги! Димон, тебя подожгли, что ли? Помогите! Вода, вода, вода! Задницу туши! Да чё я в воде горю? Да что такое? Это чё, магия какая-то? Ух ты! Димончик, давай будем, короче, со входа. Ух, вот ты здоровый! Ты чё такой страшный? Как а это... ты чё такой маленький? Ты знаешь, что этот? Какой-то Фредди... Не Фредди Крюгер, а Франкенштейн какой-то. Ай! А, пацаны, да кто нас мочит? Снайпер. Ага, у нас снайпер появился. Всё, Димас, давай это невидимыми становимся. Так мы подсвечиваемся. Нет. Да. Я тебя вижу, вот. Да. Ты... Ты такие видишь, Диман, да? Ты его отвлекай, я буду мочить. Ага. Откуда он сейчас мочит? Ай! Ого, у них даже бомбы стоят в пиццерии. Есть, Димон, я снайпера замочил. Отлично. Супер. Можем теперь заходить. Кто тут такой умный? Ого, у них только бомб. Димас, аккуратнее. Ого! Бомб. Я телепортируюсь, Димон, смотри. Давай, а ты не умрешь? Нет, смотри. О, блин, вот это что за мать? Ах тышка! Че ты ржешь, я испугался, Ярик, блин. Классно, классно, хорошо. Вот так, да, значит? Ребята, ставьте лайк, если вам нравится. Битва между охранниками и аниматрониками. Да-да-да, битва. Давай, иди сюда. Умный сильно. Я, короче, разозлился, Димон, наполовину. Ого! Уже будет принадлежать пиццерия. Ага. Охранникам. Он мне не дает войти, он стреляет. Ах ты жопа. Открывай дверь, я тебя вижу. Что у них за пистолетик такой мощный? Ты не пройдешь! You shall not pass. Ах ты, блин! Хорошо. Да, Димас. Давай. Давай что-то придумаем. Надо тактику, тактон. Так, давай, где ты? Сначала найдемся. Прикольно, у тебя тактика, Димас. Леденцом по башке, да? Да, а это леденец, я думал, это шарик. А, ну это да, шарик. Не, давай ты хорошо. Просто... У меня есть жестче мужик. Димас, аж горишь. Ой-ой-ой. Могу ТП-хаться и ставать невидимым, пойдет? Да это вообще читерская штука, погнали. Пошли. Так. Максимальная маскировка включена. А! Это ты, Димон? Да, это жестко было. Что-то мало бомб они наставили. Ого, кто там? Это Ярик стреляет постоянно, что ли? Ярик Комарик, ты чего? Мина! Молодец, Димон. Я охранником был, охранником. Ого, тут столько бомб. А где ты их увидишь там? А вот как идти телепортироваться в подвал? Я здесь тебя жду. А, вижу тебя. Я активирую их, Димон. Давай. Бум. Что-то мало жизни снесло. Ну что, бомб мало. Блин, да что я еле хожу, я как будто в говне каком-то, алло. Я тоже, это замедляет, он что-то замедляет. Сейчас я вам позамедляю, сейчас я вам позамедляю. Давай Серегу мочить. Все, теперь у меня появилась великая мощь, которую вы даже не знаете. А! Сразу вдвоем невидимость включили. Стелс включен. Короче, мы должны пиццерию по стелсу захватить. Получится или нет? Так я тебя вижу. Твой ник, ты где-то двигаешься. Я щупальцами шмякаю по полу. Так, где ты? Я тебя потерял. А, вот вижу. Вижу. Я за тебя. Погнали. Так, надо музыку такую наш, агент 007 налаживать. Так. Чисто. Так, агент. Вы чисто, где? Чисто. Агент Марионеточ, вы где? Я агент 009. Нет, ты агент Марионеточ. А чё так-то? А ты куда пошел? А я вот сдать тебя. Тю, блин, ты здоровый кабан. Так. Вообще никого нету. Тогда идем к ним туда. Так, кстати, я знаю, тут директор, есть потайной ход. О!
Чмяк. Оп. Поломал компьютер, все поломал. Стул. Неплохой проход. А что тут делать? А здесь вон видишь, смайлик есть. Что-то поломалось. Что-то происходит у директора. Так, смотри. Я ничего не вижу, там темно. Я ночное видение включил. Понял. Опа. Нормально? Четко. Димас, ты так ходишь, знаешь, как будто руками туман раздвигаешь или что-то. И да, я хожу, раздвигаю туман. Какой туман? Воздух. Воздух двигаешь. Ого. Я псих. Я их вижу, я их вижу. Есть! Я убил охранника одного. Есть, есть. Ну что, пацаны, теперь это наша пиццерия, никто сюда не зайдет. Давайте, кто к нам сюда? Серега, давай, бери супероружие, пошли. Ой, да? Ой, супероружие. О, меня убили, кстати, уже. Ох, Димон, ты и слабый. Не, я просто не ожидал. А! И хит, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и сия. Пока.